Я слышал слово «маркетинг» в самых различных интерпретациях, но Елена ввела в мой лексикон еще один новый термин, который называется «нейромаркетинг». Елена, я, честно сказать, никогда с этим не сталкивался. Вас приветствую. Расскажите вообще, про что нейромаркетинг? Нейромаркетинг – это вообще удивительная штука, которая позволяет заглянуть в бессознательное нашего потребителя. Соответственно, мы сможем при помощи таких систем нейрооборудования, а это, например, айтрекер, который считывает движение глаз по полке, это системы ЭЭГ, энцефалограф, который показывает, какой был пик реакции и на что человек в данный момент смотрел. И самое интересное, что мы можем сегментировать людей по покупательскому сценарию. Это дает конверсию от 35 до 60 и выше процентов, особенно в том смысле, когда мы располагаем надж-точки на полках. Что такое надж-точки? Это поведенческая экономика, Канеман, это легкое подталкивание потребителя непосредственно к покупке. И так мы повышаем конверсию. То есть правильно я понимаю, что нейромаркетинг – это уже эффективный инструмент, который сейчас работает в ритейле и в российском бизнесе, тоже его уже с ним можно, ну, как сказать, повзаимодействовать? Да, это абсолютно консервативный инструмент, который дает безумное количество аналитики, причем то, что снимается один раз, можно использовать в нескольких вариантах, учитывая зоны просмотра, считывая, сколько человек возвращался в эту зону просмотра, считывая, сколько раз полка привлекла внимание респондента. Соответственно, мы можем делать очень большую аналитику, проведя исследование всего лишь один день, от 15 до 30 респондентов. А есть у вас какие-то, может быть, чуть более конкретные цифры, насколько как бы ваша технология позволяет увеличивать продажи? Как я уже сказала, то есть конверсию мы можем вырастить от 35% до 60%. Почему? Потому что если мы делаем коммуникацию на все сегменты, мы всегда используем только 20%. Если у нас коммуникация идет персонализированная, по покупательскому сценарию, именно по действию, да, не то, какой человек есть там, какой он родился, а то, как он действует, как он решает. И, соответственно, протестировав это нейробиологическим путем, мы повышаем конверсию, потому что мы работаем с бессознательным человеком, на его скрытых ценностях. Где следить за развитием этой технологии? И если вдруг кто-то из зрителей захочет с вами пообщаться лично и узнать, как это можно применить в их бизнесе, то куда обращаться? Вы можете обращаться непосредственно в лабораторию мозга, Facebook, Telegram, любые социальные сети, или позвонив лично мне на Фейсбуке, я присутствую. То есть если вы хотите увеличить процент продаж и конверсию вашего бизнеса более чем на 20%, то обращайтесь в лабораторию мозга. Наши коллеги знают, как это сделать успешно.